Замамир сыны Сайгалы Дослар. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие жители Вулканеш, жители Гагаузии. От своего имени я кандидат президента от нашей партии Дмитрий Чубашенко. И от имени председателя нашей партии Рината Георгиевича Усатова сердечно, от всей души поздравляем вас с храмовым праздником вашего города. Желаем вам всего самого-самого лучшего, мира в ваших семьях, благосостояния, благополучия, здоровья, всего-всего самого лучшего. Мы все очень любим Гагаузию. Я как журналист по профессии очень много раз, сотни раз бывал в Гагаузии, писал о Гагаузии, видел, как создавалась ваша республика, начиная с 1990 года. Имел честь быть знакомым, брать интервью у ваших старейшин, у Степана Михайловича Топалова, Михаила Васильевича Киндигеляна, Марии Васильевны Маруневич. Видел, как принимался закон о статусе Гагаузии. Очень хороший закон, нужно, чтобы он соблюдался в полной мере. Гагаузы – настоящие патриоты и своего края родного, и они патриоты всей Молдовы. А Гагаузия – это один из фундаментов, один из якорей молдавского государства. И всем вам за это большое спасибо. Рината Георгиевич, к сожалению, он не смог приехать, он сейчас находится в Москве. Тоже там работает по выборам. 23 октября у него будет большая встреча с нашими соотечественниками в концертном зале гостиницы «Космос». Мы знаем, что очень много жителей из Гагаузии живут и работают в России. Поэтому кто, у кого есть желание и возможность, они могут прийти на встречу с Усатым в Москве 23 октября. Есть информация у него в Фейсбуке, на сайте. Там, кто желает, может пойти на эту встречу. Мы идем самыми лучшими намерениями. Мы действительно хотим что-то изменить к лучшему у нас в Молдове, а значит, конечно, и здесь у вас в Гагаузии. Добрый день, Вулканешты. Добрый день, вся Гагаузия. В первую очередь хочу выразить огромную благодарность тому, что было сделано в 2015 году. За тот кредит доверия, который вы оказали. Наша партия, наши советники от нашей партии, примар от нашей партии, который у вас сегодня был, конечно, стараемся всячески показать и этот кредит доверия оправдать. Я хочу вас поздравить с вашим праздником. Самое главное, чтобы у вас было на лицах ваших улыбка, светило ясное солнце над головой. Любите друг друга, цените то, что нам оставили наши предки здесь, на нашей родной земле. Так как сейчас является предвыборная кампания, и подарки, все, что мы до сих пор давали, было до кампании, все, что даем, рассматривается как подкуп избирателя. Я хочу сказать и передать Виктору Николаевичу, что тот подарок, который вы должны получить, город должен получить, и жители города должны получить, который получили другие города, это Чидарлунга, Камрад, это Бессарабка, вы его получите сразу после кампании. Просто такой у нас закон, такой у нас центр избирком, что все рассматривается как подкуп избирателя. Поэтому, Виктор Николаевич, приготовьте место, вы знаете, что вам положено в виде подарка, поэтому я хочу, чтобы люди этот подарок был установлен, и люди им пользовались. Я еще раз хочу вас поздравить всех с праздником, пожелать им счастья, здоровья, удачи, будьте здоровы.